я думаю, что в конечном итоге последнее правительство госпожи Санду, если говорить, которые ушли, ведь мы в прошлом году поменяли сразу, три раза меняли состав правительства. Трижды уходило у нас, правительство менялось. Так вот, я хотел спросить. Дело в том, что им не хватило динамики. Понимаете, если и начинается реформа, они должны идти динамично и быстро. Я понимаю, что есть какие-то вопросы, которые требуют какого-то осмысления и так далее. Но эти люди готовились прийти во власть. Значит, у них должна была быть уже заготовлена программа, с чем они придут к гражданам Республики Молдова, какие они предложат реформы.